Сергей Сидоренко, хорошо известный большинству артемовцев, долгие годы возглавлявший Приморскую овощную опытную станцию и ОПХ «Дальневосточная» в селе Суражевка, ставший в 2011 году вице-губернатором Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства, не вышел на работу 20 декабря. В региональных СМИ появились предположения о его задержании правоохранительными органами. Как сообщает интернет-сайт «Приморье-24», причиной задержания приморского вице-губернатора стали 40 миллионов федеральных рублей. Опять же, по данным сайта, Сергей Сидоренко, являясь также фактическим хозяином ряда агропромышленных компаний, существенно завысил размер ущерба, понесенного этими компаниями во время тайфуна «Лайн Рок». Компенсация из федерального бюджета якобы переведена на счета подконтрольных вице-губернатору фирм. Сергей Сидоренко находится во Владивостоке, в его отношении ведутся следственные действия. Отметим также, что пока неизвестно, поступили деньги на счета нужных фирм или нет. А мы от себя отметим, что никаких официальных заявлений, подтверждающих арест Сергея Сидоренко, сделано не было.